меня ведь вообще ненормальный характер. Знаешь, меня когда в пионеры приняли, я ведь 3 дня галстук не снимала. Спала в нем, умывалась. А вот слыхал песню про парижских коммунаров? Ее часто поют. Когда идут, да мы сами копали. У меня каждый раз слезы. Что копали? Я такую песню не знаю. А хочешь, спою? Не надо. Тут далеко слышно. Ничего, я тихонечко. Салам алейкум. Здравствуйте. Тебя я знаю, ты кузнец. А это кто? А я геолог. Из Москвы. Мы здесь ищем полезные минералы. Ну, камни. Все, что было, советские забрали. Теперь и камни хотят забрать. Одни облака оставят. Все нам оставят. Еще свою дадут. Гражданин, вы рассуждаете несознательно и даже смешно. Ведь если сюда придет индустрия, она же вам всю жизнь переменит. Ваши горцы смогут стать инженерами, шахтерами, монтерами. Не надо, шахтеры, монтеры. Это нам не надо. Ты гнездо орла видела? Холодное. 4 ветра продувают его. А у барсука нора теплая, уютная. Но орел не будет в ней жить. Плохо ему там. Темно. И барсуком воняет. Больше не ходи сюда и не ищи. Ничего ты здесь не потеряла. Лучше уезжай домой. А это тебе! Чтоб старших уважал хамак Ильхуа! И через афор с хвасанье там ходу высадит турить. Это кто, бандит? Да. Сама Стемиров. Почему же ты ничего не сделал? У тебя же ружье. Вот потому и ничего не сделал.